У меня к тебе два вопроса, Эдди. Где Крис? И где наши деньги? Кстати, хочу стать копом. Пора что-то решать в этой жизни. Они что, издеваются? Они не приняли тебя в копы? Жизнь жестока, брат. Вот что скажу. К черту полицию. Надеюсь, ты меня понимаешь. Ты будешь прикрывать меня. Руки вверх. Нет. Основано на реальных событиях. Если ты как-то в этом замешан, лучше выложи все на чистоту сейчас же. Я здесь ни при чем. Тони был хорошим парнем и другом. У него была семья. Они заплатили жалкие 5000, а должны были 50. Мы с Тони были хорошими друзьями. Пожалуйста, примите это от меня. Заплатите мне столько, и я обо всем забуду. От режиссера «Боя без правил». Уходите! Кто здесь? Мы кое-что узнали, босс. Здесь двое, они вооружены. Довольно. Замри! Пошел! А я говорю, вернемся и ограбим Empire State. Ты с ума сошел? Да кто нас заподозрит? Никто. По сообщениям СМИ, прошлой ночью было украдено свыше 9 миллионов долларов. Прокомментируете? Нет. Вынужден повторить вопрос. Вы не заприметили ничего странного? Нет, понимаю, звучит дико, но я правда никого не видел. Спасибо, что спас мне жизнь, парень. Но если ты замешан, ни на секунду не задумаюсь, прежде чем засадить тебя в тюрьму. Они сокрушили систему. Охрана бы с этим точно не справилась. Допросите все их семьи. Все указывает, что здесь поработали настоящие профи. Крупный шваль, мелкая шваль, какая разница? Они бросили вызов Empire State. Где спрятаны украденные деньги? Зачем? Ты же не хотел брать меня в долю. В чем дело, Джимми? Постой! Он ведь хочет нас убить? Лиам Хемсворт, Эмма Робертсон, Дуэйн Джонсон. Поверь, я не зря на это пошел. И что? Я не отправлюсь в тюрьму. Ты что, спятил? Крис, посмотри мне в глаза и объясни, что происходит. Крис, заткнись. Я не готов ничего решать прямо сейчас. Думаешь, я не выстрелю? Опусти ствол. Empire State.